Ежегодно Департаментом молодежной политики Краснодарского края проводится губернаторский форум молодежного актива «Регион-93». Он впервые открыл свои ворота для молодежи Кубани в 2006 году. За 10 лет его по-настоящему полюбил каждый, кто был там хотя бы однажды. В этом году и наша съемочная группа окунулась в дружескую атмосферу форума. 400 самых активных, творческих и креативных ребят со всего Краснодарского края собрались вместе на 4-й заключительной смене молодежного форума «Регион-93». На протяжении 7 дней ребята не только показывают свои таланты и умения, но и узнают много нового и интересного. От мысли к действию. Именно так звучит название 4-й завершающей смены в рамках губернаторского форума молодежного актива «Регион-93». С 6 по 12 августа двери форума были открыты для самой активной и целеустремленной молодежи, представителей студенческих и молодежных советов, молодых депутатов. Организаторы смены постарались на славу. Свободного времени у регионовцев практически не было. Они изучали такие дисциплины, как молодежная политика и политология, риторика и ораторское искусство, психология, лидерство, русский язык и культура речи, литература. В общем, здесь скучать некогда. Распорядок дня. В 7 утра подъем, зарядка, завтракаем и идем на лекции. У нас лекции риторика, у нас выявление лидерских качеств и политология. Вот эти три лекции, они стабильно каждый день, только немножечко время варьируется. Очень интересно, преподаватели просто высший класс, особенно политология, веселый преподаватель. С удовольствием всегда идем на его лекции. Потом встреча VIP-гостей. Каждый день у нас приезжает новый VIP-гость. Это либо боксер, либо вот вчера был приезд губернатора, который мы все с трепетом ждали. Потом обед у нас вечером, час выделяется на душ, час на подготовку вечернего мероприятия, каждый день какая-то тематика определенная. И само мероприятие, дискотека, вечерняя свечка, мы садимся все вокруг костра, каждый делится своими эмоциями, и отбой. В 11 часов отбой. Анна Почтенко и еще 7 ребят со Славянского района стали участниками смены «От мысли к действию». Все они – активисты студенческого самоуправления нашего района. Здесь они познакомились ближе друг с другом, обменялись опытом, весело и с пользой провели время. Ехала я сюда, конечно, с мыслью о том, чтобы получить колоссальное удовольствие от палаточного лагеря, чтобы здесь отдохнуть, чтобы здесь познакомиться с новыми людьми, завести знакомства, получить массу эмоций, впечатлений. Собственно, все оправдалось. Все мои ожидания не оправдались. Я очень счастлива, действительно, что я сюда приехала. Нисколечки не пожалела. Для меня регион значит очень много. Здесь я приобретаю каждый год новые знакомства, какие-то новые знания, очень много положительных эмоций. Вообще атмосфера очень хорошая. Лес, палатки, еда, приготовленная на костре, тушенка, синие майки и кепки, вечерние дискотеки – все это по-настоящему сближает людей, приехавших в регион. Это просто неописуемо. Приезжайте все, и вы поймете сами, что лучше, чем вот это место здесь не найти. Мы живем в палатках, здесь условий в принципе никаких нет. Сеть не работает, душ холодный. Ну, все это нас не смущает, чтобы мы приезжали сюда еще раз, и еще раз, и еще раз. Все великолепно. Приезжайте сюда еще раз. В регионе 93 по традиции идет настоящее сражение за баллы между отрядами. Чтобы стать лучшей командой и получить призы от Департамента молодежной политики Краснодарского края, каждому отряду необходимо набрать больше всего баллов. Ну или, как они называются на смене, от мысли к действию, молодежные рубли и копейки. Кстати, Славянскому отряду это стало под силу. По итогам ежедневных творческих конкурсов и спортивных состязаний наш район занял 2-е место. Наша команда «Буйовины». Наш девиз «Буи на плаву, буи все смогут, буи поддержат и всегда помогут». Наша речевка «Буй, буй, 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 буйовины». Ручки сюда. 3, 4. Мы команда. Одним из сюрпризов, приготовленных для славянской молодежи, стал приезд главы района Романа Синеговского и начальника управления по делам молодежи Олега Смольникова. Здравствуйте! Здравствуйте! О, молодцы! Для молодежи встретиться с главой – это отличная возможность напрямую пообщаться с руководством, обсудить возможность реализации своего проекта в своем муниципальном образовании, задать интересующие вопросы. А Роман Синеговский, в свою очередь, пообщался с активной и целеустремленной молодежью Славянского района и окунулся в атмосферу творчества и позитива. Спасибо нашей молодежи, что они приглашают меня сюда уже не первый раз. Я здесь бываю.
есть возможность пообщаться с нашей молодежью, здесь есть возможность пообщаться с молодежью всего Краснодарского края. И рад, что наша молодежь, как я уже говорил, она умная, продвинутая, креативная, значит, модная молодежь сегодня. Во-первых, они делятся своими знаниями, умениями со своими друзьями, коллегами. Во-вторых, учатся чему-то у своих соседей. Я считаю, они здесь станут еще лучше, станут еще продвинутее, станут еще правильнее. У них будет возможность эти позитивные эмоции привести в Славянск на Кубани, в Славянский район, и поделиться с нашей молодежью, которая сегодня их ждет дома. Для главы района был подготовлен подарок от организаторов губернаторского форума «Стрельба по мишеням». Славянские студенты остались довольны и полны впечатлений от приезда Романа Синеговского. Ведь не каждый день есть такая возможность пообщаться с главой в дружеской атмосфере, за чашкой теплого чая и неизменными песнями под гитару. Крымская поляна, я в тебя влюблен. Здесь расположилась планета, регион. Море позитива, настоящий рай. Как же ты прекрасен, Краснодарский край. Свежий воздух, горы. На кубанской на земле, среди гордых тополей, раскинулся наш лагерь города мечты моей. Здесь южные ветра срывают грусть, и новых поколений бьется молодость и путь. Прожитые минуты, не напрасные часы, вершины покоренные, достигшие мечты. Мы новое течение, и за нами вся страна. Мы создаем движение, в этом жизни глубина. Глубина. Регион, регион, это мы. Регион, регион, 9-3. Регион, регион, мы не одни. Мы новое движение, мы на краю страны. Регион, регион, это мы. Регион, регион, 9-3. Регион, регион, мы не одни. Мы новое движение, мы на краю страны. Мы зажигаем звезды, мы вдохновляем жизнь. Нет слова невозможно, играй, люби, борись. За каждым поднимаются большие города. Мы управляем случаем, мы молоды всегда. Да, тела полны энергии, в глазах пылает жизнь. И стала привилегией, играй, люби, борись. И лишних слов не надо, комментарии не нужны. Мы будущее края, мы next родной страны. Регион, регион, это мы. Регион, регион, 9-3. Регион, регион, мы не одни. Надежда Нефтучева, Александр Косицын. Программа «События».